студія медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Захворювання дихальних шляхів – проблема відома багатьом. З настанням холодів люди так чи інакше, але потерпають від тяжких наслідків. Як же вберегти себе і що робити, аби не захворіти? Саме про це будемо дізнаватись від Тетяни Кирєєвої, кандидатки медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини Дніпропетровської медичної академії і експерт департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА за напрямком пульмонологія. Ось так саме звучить зараз цей титр, про який ми сказали. Так, і пані Тетяно, я думаю, що усе, що пов'язане з проблемами дихальних шляхів, ви сьогодні нам розкажете. І найперше, це хотілося б сказати нашим глядачам, що саме 12 листопада визначають день саме дихальних шляхів, проблем, пов'язаних з дихальними шляхами. І ми сьогодні будемо говорити, якими будуть профілактичні міри, заходи, і що робити, аби зовсім не захворіти. Та як же саме буде проходити захворюваність? Юль, спасибо большое, что пригласили на эту интересную беседу. Я хочу сказать, что не зря 12 ноября объявлено днем борьбы с пневмониями. В 2009 году во всем мире была последняя большая эпидемия вирусных заболеваний, гриппа, где был грипп 1H1 и унес очень много жизни населения Земли и наших граждан. И Всемирная организация здравоохранения день 12 ноября объявила днем борьбы с пневмониями. Что значит борьбы с пневмониями? В этот день необходимо информировать население, как защититься от этого заболевания, как избежать страшных последствий этого заболевания, что нужно сделать для того, чтобы смертность от этого заболевания на Земле стала меньше и практически исчезла. Летальні наслідки, взагалі, це дуже тяжко, коли справді від звичайної застуди, як на перший погляд здається, людина потім вмирає. І для того, щоб цього не сталося, потрібно розуміти, що ж робити у перші такі хвилини, можливо, години, коли ви відчули вже захворюваність. Наскільки страшною вона може бути, це тільки лікар знає. Але ж потрібно знати спочатку вам, як себе поводити. То с чего начинать? Давайте мы поговорим о том, что чаще всего случаи пневмонии бывают в холодное время года. Так. Весна, зима, осень, когда неблагоприятные условия окружающей среды. И поэтому в это время чаще встречается число простудных заболеваний. Потому что пневмония никогда не возникает внезапно в нижних дыхательных путях, воспалительный процесс. Всегда начинается проблема с верхних дыхательных путей. Вы знаете, что в холодное время года обращаемость в поликлинике в основном с респираторными симптомами. Кашель, насморк, боль в горле, заложенность носа. И, как правило, это являются первыми признаками инфекционного заболевания. В холодное время года чаще встречаются вирусные проблемы. И мы, как всегда, перед началом холодного времени ожидаем эпидемиологической ситуации в городе, в стране по поводу гриппа. И мы на сегодняшний день ожидаем случаев гриппа H1N1. Это называется еще иначе калифорнийский вирус гриппа. Это грипп класса А. Поэтому перво-наперво нужно готовиться к этому сезону. А готовиться нужно следующим образом. Это изумительная практика, которая спасла много человеческих жизней, это вакцинация. На сегодняшний день необходимо информировать население города, что в городе достаточно вакцин от гриппа, и вакцинироваться нужно заблаговременно. Мы вакцинируемся от гриппа ежегодно в осенью, октябрь-ноябрь месяц. Вакцинироваться могут все категории населения, начиная от детей и кончая пенсионерами. Более того, чем старше возраст... Вразливейшие категории, да, так можем поэтому, назвать. Да, поэтому эти наиболее наши граждане, которые мы ожидаем тяжелое течение гриппа и, возможно, осложнение пневмонии. Насколько это важно, ну, я вам хочу сказать, что привит вся моя семья. Вы тоже? Да, и я тоже, конечно, ежегодно, и не первый год. Угу. И за все это время у меня не было ни разу гриппа.
Если была вирусная инфекция, она протекала в очень легкой форме. То есть день-два, и вы уже нормально себя почуваете? Да. Вот так для тех, кто еще... Кто еще раздумывает, да. Думает, так. Я хочу сказать, что моим внукам 5 и 7 лет, и они оба привиты, начиная с одного года. И они тоже все зимнее холодное время ходят в садик, самые боевые, не пропуская практически долго ни одного дня. У меня пожилая мама, и она тоже привита, хотя она практически не выходит из дома. Люди должны помнить о том, что привившись, мы профилактически защищаем организм от вирусной инфекции, не только гриппа. Ну, тобто, в принципі, можна захистити себе і від пневмонії, наприклад, так, і від грипу, ну, так, скажімо, Смотрите, мы защищаем себя от гриппа, потому что грипп считается ключиком, который открывает входные ворота для бактериальной инфекции. Все-таки пневмония – это бактериальная инфекция, не вирусная инфекция. И человек заражается бактериями, бактерии проникают в нижнее отдело дыхательных путей, и развивается воспалительный процесс. Вот когда это начинается, не всегда можно уловить этот момент, сам человек может почувствовать. Поэтому моя рекомендация всем пациентам – если появились респираторные симптомы, нужно обратиться к врачу. К респираторным симптомам относятся кашель, одышка. И обращайте внимание, пожалуйста, на повышение температуры. Температура, которая держится дольше 3 дней, заслуживает пристального внимания. Обязательно необходимо обратиться к доктору. А кажуть, справді, що організм може вилікуватись сам, у нього достатньо сили для цього, так? І якраз показником є висока температура тіла. Ну, то есть такие утверждения и правомерны, и ошибочны. Все зависит от того, насколько у организма хватает сил. Например, если возьмете пожилого человека старше 70 лет, который перенес инфаркт миокарда, то для него температура может усугубить течение сердечно-сосудистых проблем, и начнутся осложнения другие, и он может погибнуть от тех осложнений, которые будут говорить о декомпенсации его сердечной деятельности. Если вы возьмете маленьких детей до года, они тоже очень тяжело переносят температуру, и может возникнуть судорожный синдром. Но в любом случае, имея температуру, необходимо оставаться дома. Потому что вот эти подвиги, принял жаропонижающий, поехал на работу, они могут закончиться очень плачевно. У нас багато людей не мають такої можливості лікуватися стільки, скільки необхідно, ну, там, як лікар прописує, так, ну, хоча б 10 днів, так, і дуже часто так третій-четвертий день і вже намагаються йти потім на роботу чи на навчання, кому як, що потрібно, так, але ж треба розуміти, що від початку і до самого кінця потрібно все ж пройти курс лікування. Не дарма лікарі про це постійно говорять і наголошують. Ви знаєте, ні один доктор не задержить пацієнта вдома или на больничном листе дольше, чем необходимо для его здоровья. Потому что недолеченная инфекция верхних дыхательных путей обязательно вернется с осложнениями. Осложнения могут быть тяжелее первоначальной инфекции. Поэтому назначение охранительного режима нужно выдерживать достаточно щепетильно. Но ведь очень много случаев таких, что пациенты вообще не обращаются за медицинской помощью, занимаются самолечением, принимают решения самостоятельно, оставаться дома или идти на работу. И это заканчивается, к сожалению, плачевно. Всемирная организация здравоохранения за период эпидемии 2009, 2010, 2012 года провела анализ летальных случаев по поводу пневмонии или других осложнений респираторных инфекций. Пришла к выводу, что на первом месте стоит поздняя обращаемость за медицинской помощью. Это как раз взагалі в світі, так? Это взагалі в світі. Это не только у нас на Украине. На Украине это тоже правомочно. Мы тоже в департаменте областном департаменте здравоохранения проводили анализ. У нас тоже летальность выше там, где обращаемость за помощью на 5, 6, 7, 8 день от начала заболевания. То есть на сегодняшний день пациент не может сам определить степень повреждения дыхательных путей. И если он лихорадит, то ему необходимо обратиться за медицинской помощью, чтобы он был осмотрен квалифицированным специалистом. Пані Тетяна, ну якщо так же просто розповісти для наших глядачів, які от вже мають, наприклад, застудне захворювання, застудилися, так? То треба почекати чи треба одразу звертатися? Бо дуже часто, коли звертаються, наприклад, за допомогою, за швидкою допомогою,
допомогою, так, то можна почути від лікарів, ну чому ж є скільки випадків тяжчих, а ви звернулися, наприклад, так? Пані Юля, смотрите, обращаться за медицинской помощью нужно сразу, но обращаться нужно к своему семейному врачу. Так, потому что именно семейный врач знает обстановку в городе, обстановку в регионе, где живет, проживает пациент. Именно он может дать квалифицированный совет, что делать для того, чтобы это событие легкое в самом начале не стало более серьезным при своем развитии. Скорая помощь, она ведь на сегодняшний день не обязана оказывать лечебные действия. Она должна решить вопрос, нуждается ли пациент в госпитализации, а если нуждается, срочно доставить его в больницу. Вот эта функция на сегодняшний день скорой помощи – доставить пациента в больницу, чтобы он продолжал лечиться там. А вызывать по поводу повышения температуры или возникновения насморка или приступообразного кашля – это не беречь время скорой помощи. Так, звичайно. На сегодняшний день ведь у наших пациентов есть возможность общаться со своим семейным врачом не только в условиях поликлиники, но и с помощью интернета, можно, с помощью телефона, и мы можем получить совет і дати совет своєвременно кожному, хто в цьому нуждається. Справді, зараз пацієнт чи там просто звичайна людина, яка живе в нашому місті, у неї є всі можливості для того, щоб вчасно отримати будь-яку кваліфіковану допомогу будь-якого спеціаліста. Так? Особливо, якщо ви розумієте, висока, наприклад, температура, так, то треба негайно звертатися по допомогу. Якщо 2 чи 3 дні, наприклад, людина відчуває, що щось не так, але ж часто так трапляє, за наявності не дуже високої температури людина вже має захворювання серйозного характеру. І це теж треба розуміти і треба звертатися вчасно. Безусловно, ви абсолютно праві, Юля. Необхідно будь-який свій вопрос по состоянию здоров'я посоветоваться зі своїм доктором. Ми тільки зараз почали практику сімейного врача, але для мене це дуже близько і для мене це дуже зрозуміло. Врач є непосредственно куратором всей семьи, он знает эту обстановку. И мне сейчас хотелось бы поговорить о том, что любой насморк, любая простуда может закончиться пневмонией. Пневмония имеет разное течение, и бывает настолько молниеносно развивается воспалительный процесс и захватывает сегменты и доли легкого, что дыхательная недостаточность возникает достаточно быстро. Столкнувшись с этим в период эпидемии гриппа в 2009 году, у нас наработана практика ведения этих пациентов. Мы понимаем, насколько важно быстро и своевременно оказать помощь. Поэтому я хочу нашим пациентам указать на следующие жалобы. Если появилась одышка, если появилось ощущение нехватки воздуха, срочно необходимо позвонить своему семейному доктору. Семейный доктор примет решение, либо посетит пациента, либо даст срочное направление на госпитализацию. Если это возникает в ночное время, то в ночное время целесообразно обращаться и в скорую помощь. Потому что иногда решают часы, даже не только дни. Пані Тетяно, насправді, знаєте, добре, краще знати, так? От навіть ви налякали трошки зараз усіх, але ж треба розуміти і знати, для того, щоб потім не було проблем. І завжди якось хочеться, щоб зі мною такого не сталося, так? Кожен з нас думає про це. От зі мною, можливо, не буде. Ну, нічого, трошки нежить. Трошки там можна полежати, трохи там випити чаю, купити щось в аптеці. Це багато хто так робить одразу. Перший крок – це піти і швидко щось купити. Нехай мені там порадять. І саме таким чином у більшості людей проходить лікування. Ну, на перших порах. Так? Ну, я думаю, ви теж з цим зіштовхуєтесь постійно. Да. Це неправильно, звичайно, але так є на сьогодні. Ну, це, як правило, самий простий путь і, як завжди, неправильний путь. Тому що фармацевт в аптеці рекомендує по жалобам, не осматривая пацієнта. Він не може зрозуміти істинну причину обращення за помощью. Грамотный фармацевт порекомендует обратитесь к вашему семейному врачу. Но не всегда так получается, когда толпа посетителей в аптеке большая, просто отпускают лекарственные препараты. Я считаю, что
доверие своему семейному врачу – это главный принцип сегодняшнего общения пациента и доктора. Ну, я могу посоветовать простые правила домашние, что нужно делать, если в семье кто-то заболел. Будь ласка, це дуже важливо. Если в семье кто-то заболел, мы пользуемся самыми простыми правилами. Мы изолируем пациента. Пациент с температурой должен иметь отдельную комнату, потому что вокруг пациента с температурой будет большее количество вирусных или бактериальных агентов в окружающем воздухе. Несмотря на высокую температуру, комната пациента должна проветриваться. Пациент укрывается, обеспечивается его тепло, но воздух должен циркулировать в комнате. Кружка, ложка, чашка пациента отдельно. Вся остальная семья не пользуется этой посудой. Члены семьи, которые ухаживают за пациентом, заходят к нему в комнату. После посещения пациента необходимо мыть руки. Мыть руки – это общее гигиеническое правило, его надо соблюдать всегда. Но в период холодный, в период эпидемии гриппа, руки мыть надо чаще. Потому что именно руки являются источником вируса, которым могут заражаться пациенты. И если мы видим, что температура высокая, необходимо позвонить своему семейному доктору в тот же день или на следующий день и спросить его совета, как поступать дальше. Ну і все. Тобто, якщо хоча б це ми будемо робити, вже буде легше. Вже лікар порадить, вже буде лікування, вже буде все. З приводу ускладнень, якщо можна коротко, то якими вони можуть бути і як впливають на організм? Ну, осложнения после пневмонии могут касаться дыхательной системы, а могут касаться других органов и систем человеческого организма. И они могут иметь очень тяжелые последствия для самого человека. Если говорить по поводу дыхательной системы, у пациента может начаться кровохарканье, у пациента может возникнуть тяжелейшая одышка, которая потребует не просто госпитализации, а госпитализации в реанимационное отделение. Если говорить о других органах систем, то если пациент имеет хроническую патологию сердца, сосудов, печени, почек, вся хроническая патология, которая есть, она может усложниться, обостриться и иметь неблагоприятное влияние на жизнь пациента. Поэтому все действия должны быть согласованы. Краще профілактика. Краще вже зараз, поки ще не пізно, зробити усі профілактичні засоби. Можливо, ви все ж себе налаштуєте, так, можна сказати так, на щеплення і зробити це. Це буде добре для кожного з нас. Для кожного чоловіка. Тобто це не просто, це признак цивілізованого суспільства, це признак грамотного, воспитаного человека. Если мы профилактически защищаем себя, своих близких, свою семью от различных заболеваний, в первую очередь мы должны себя защитить от гриппа. Таким образом, не будет эпидемии на Земле. Я вам дуже дякую, пані Тетяно, що ми сьогодні змогли про це поговорити. Справді, і в такий день, і ще будуть тижневики, і місячники, і люди про це ще будуть говорити довго, бо справді тяжка проблема, тяжке захворювання, і справді потрібно розуміти і пам'ятати, що треба робити. Ви про все це сьогодні сказали, і якби ми хоч трошки робили того, що нам говорять лікарі, то справді ми були б здоровішими. Да, я желаю всем здоровья, я желаю всем профилактических действий целенаправленных для того, чтобы никто никогда не болел, никто никогда не попадал в больницу. Это дуже добре. Тому будемо здоровими, так? Да. Будемо задоволеними життям. Ну а зараз 3 хвилиночки і зустрінемось з вами знову в цій студії.